Здравствуйте, друзья! Светлый праздник Пасхи в этом году, 16 апреля 2017, мы встречаем очень далеко от дома. А где именно, нам сейчас покажет Андрей. Вы готовы? Ага. Вот так вот. Прошу любить и жаловать. Мистер Дубай собственной персоной. Неплохо, правда? Мы тоже так думаем. И по этому поводу мы накрыли маленькую небольшую полянку. Что у нас здесь есть? Ну, скромненько, что Бог послал, как всегда. Конечно же, пасочки. Ага. Пасочки, смотри, какие сделали своими руками. С орешками, с сладостями. Крашенки. Чувак, ну, естественно, закончился изнурительный пост. И будем разговляться. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Так, крашенками у нас проблема, далеко от дома. Да, крашенка, ну, у нас фирменная. Пытались сделать хендмейд, ручная работа. Написали как могли. Дубай. Мокрое яйцо совершенно не, на нем не рисуется ничего. Так, Дубай, это импровизация цветочка ромашки и сердечко с любовью из Дубая. Так, что у нас дальше тут? Ну, вы сами все видите, это уже кокосы, это уже местные. Кое-что привезли с собой, кое-что прикупили, успели здесь. Конечно. Сок. Же, конечно же. Ага. Когор украинский. Представляете, украинский, как тяжело было его сюда притащить? Украинский когор, да. Тащили за 5000 километров. Ну, я надеваю потихоньку. Так. Ты покажи, покажи, что мы все-таки в Дубае. Ага. Ну, пока Андрюша наливает, я вам еще... Ух ты, запотевает. Здесь внутри помещение, я не знаю, градусов 20, а снаружи там 50 с гаком. А гак еще градусов 10. Поэтому лучше сразу не выходить, потому что очень запотевает камера, объектив. Да, итак... Мы уже наполнили свои бокалы, свои стаканы. Так, закончился изнурительный долгоиграющий пост, самый долгий пост в году. И... Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ваше здоровье! Будем! Будьмо!